I now have the honor to invite His Excellency Feliks Tsolakyan, Minister of Emergency Situations of Armenia. You have the floor. Спасибо, госпожа Душе. Уважаемые коллеги, дамы и господа, я хотел бы выразить искреннюю благодарность за возможность выступить с заявлением от имени правительства Армении и поздравить Бюро по сокращению риска бедствий ООН и правительство Швейцарии с проведением этого важного события. Мы высоко ценим усилия по объединению достижений и задач в области снижения риска бедствий для каждой страны, региона и всего мира. Будучи привержены принципам Сендай, Армения имела честь принять субрегиональную платформу по СРБ в июне 2018 года, когда была принята Ереванская декларация. При поддержке международных партнеров Министерство по чрезвычайным ситуациям разработало проект нового закона о гражданской защите, определяющего права и обязанности в сфере СРБ, реагирования и восстановления после стихийных бедствий на всех уровнях, от правительства до гражданина, обязующего включение СРБ в государственные и общественные процессы развития. Мы твердо верим, что цели устойчивого развития и приоритеты Сендая могут быть достигнуты в первую очередь посредством разработки законодательства, способствующего включению СРБ во всех сфере развития и на всех уровнях общества. Конечно, должны быть приняты и новые подходы к финансированию СРБ. Мы считаем, что должен быть изменен подход к частному сектору, с потенциального донора к партнеру по устойчивому развитию с учетом рисков. Надо признать, что в сфере управления рисками бедствий ни одна страна не может быть достаточно сильной в одиночку. Мы становимся сильнее и устойчивее все, когда мы едины в обмене за ним знаниями, информацией и опытом. Мы подтверждаем нашу приверженность в углублении международного сотрудничества, которое внесло огромный вклад в развитие национального потенциала по управлению риском бедствий в Армении. Мы хотели выразить нашу искреннюю благодарность за эту бесценную поддержку и отличное сотрудничество. В заключение я хотел бы отметить, что нет предела устойчивости. Есть только постоянная ежедневная работа по совершенствованию, донесению до каждого ума, что каждый человек имеет значение и достижение самой важной цели – построить безопасный дом для всех. Мы будем рады продолжить наше международное сотрудничество по содействию усиления потенциала управления рисками бедствий во всем мире. И, как я уже упоминал, для устойчивости нет предела, есть только постоянная и ежедневная работа по улучшению. Спасибо за внимание. Спасибо.